Для снижения аварийности на областных магистралях сотрудниками местного ГИБДД была проведена операция «Скорость». Профилактическое мероприятие проводилось с 24 по 26 июля. За это время сотрудники автоинспекции напомнили водителям о правилах дорожного движения. На смоленских трассах самое частое нарушение – это игнорирование скоростного лимита. При этом не раз доказано, что езда на больших скоростях не приводит к значительному выигрышу во времени, а только подвергает опасности как водителя, так и случайных участников движения. Ответственность за данное правонарушение предусматривается статьей 12.9 Кодекса административных правонарушений. А часто за превышение скорости водителям приходится расплачиваться не только своим здоровьем, но и здоровьем своих близких, а порою даже и жизнью. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.